Привет, привет, мой дорогой зритель. Ты на канале Black Note. И сегодня мы играем с тобой в игру Valheim. В прошлой серии мы остановились именно здесь. И как ты видишь, на улице происходит полная задница. Выходить даже не хочется, но почему-то у меня тут костер не горит. Я не могу понять почему. Дрова везде есть, но они не горят. Так, пока я разбираюсь с кострами, ты можешь мне быстренько написать, как твои дела? Как проходит второй день рабочей недели? Отдыхаешь, не отдыхаешь, работаешь, учишься, чем занимаешься? Рассказывай. Поделись со мной информацией. Мне интересно поучаствовать в твоей жизни. Ну, интересно, чтобы ты поучаствовал в моей, естественно. Так, что мы тут можем сделать? Мы тут ничего сделать не можем, хотя у нас есть шкура и голова трофей тролль. Я думаю, что будет в следующем босс троллей, наверное, я думаю, так. Так, и так мы не смогли с тобой добраться до сих пор до этого. Надо разбираться с домом, почему у меня тут ничего не горит. Может, сильный ветер задувает? Да нет, на улице же он горит. Может, наоборот? Тут слишком много того, что не должно быть. Я понятия не имею. А если тут убрать? Так, давай попробуем. Попробуем убрать отсюда эту деревяшку. Может, начнет гореть огонь. Нет, он все равно не начинает гореть. В чем дело? Как с этим бороться, я не знаю. Так. Нам нужны еще олени. Но я не знаю, куда идти к боссу оленей. Давай я, пожалуйста, подсмотрю и сейчас вернусь, да? Да, давай, жди, я сейчас буду. Так, я вернулся. Ой. И где-то нам, наверное, вот здесь надо быть. Наверное, или здесь. Наверное, здесь. И мы туда сейчас с тобой пойдем. Бежим туда. Двигаемся в ту сторону. Что у нас тут упало? О, еще один трофей упал. И нам нужны олени по дороге. Может быть, мы в прошлый раз сюда бежали как раз куда нам надо? Потому что, видно, я чего-то не понимаю. Или бегу не туда. А мне надо бежать туда. И уже один раз добраться до Иктюра. Ух ты! Ты такой мощный. Ух ты! Он огня не боится, ты понял, да? Так. Валим. Валим отсюда. То есть... Так, Никс, иди в жопу. Нам сейчас серьезно не до тебя. Валим оттуда. Чтобы сейчас не получить по заднице. Вы зашли с двух туфташек, он нас чуть не убрал. Но нам нужно быстренько... Опа, еще кто-то камнями в меня кидается. Нам это не подходит. Нам это сильно не подходит. И сейчас взять где-то свалиться, вообще не вариант. Так, я смотрю, что меня тут пытается... О, и костры загорелись. Прикольно, да? Все, мне хана. Нет, не хана. Быстренько отъедаемся. Черникой. Берем лук в руки. И ждем гостей. Они боятся костра, они, скорее всего, не подойдут. Да, это интересно. Так, кровать должна быть под крышей. Хорошо. О, можно поспать. Интересно, меня никто не положит, пока я буду спать. Так, обязательно нужно найти Иктюра. Так, я так понимаю, мы задыхаемся. Задыхались, то есть. Утро наступило или нет? Возьмем на всякий случай с собой топор. И нужно бежать нам с тобой к Иктюру уже один раз. Я думал, что кто-то сзади меня примастырился. Так, бежим пока вглубь леса. Ох ты, ё-мы. Упустил оленчика.
Ну давай, давай. Все, не надо ты мне. Ты мне не надо. Мне нужен олень. Если я от этого так получил, интересно, как я получу от Иктюра. И получу ли вообще от него? В одного можно ли его положить или нет? И я должен это с тобой проверить сейчас и сегодня. Так, это что у нас? Опа, мы уже куда-то прибежали. Давай поговорим. Вы нашли место призыва одного из павших. Сделайте правильное подношение алтарю, и павший появится. Однако будьте осторожны, павших нелегко одолеть. Так что наденьте лучшие доспехи, создайте оружие посильнее и поищите... И поешьте как следует, прежде чем вступать с ним в бой. Я понял. Так. И как пожертвовать предмет? Судя по всему, так это не работает. Ты что сел? Он сел. Так, как пожертвовать предмет? Не знаю. Так, хорошо, идем обратно к дому. И... делаем с тобой полностью стрелы, чтобы они горели у нас. Да, почти попал. Так, еще один мистер олень. Так, мистер Ли, нас сейчас не до тебя. Ой, мистер Ли. Ух ты, вот это меткость. Вот это я понимаю. У меня больше нет стрел. Надо делать стрелы, обязательно. И обязательно, чтобы они горели, еще надо делать. Горящие стрелы. Сейчас посмотрим, что для этого нужно и необходимо. Так. Деревянная стрела. Апгрейд. А что нужно для того, чтобы создать второй верстак? Знает кто-то? Так, в этом доме мы точно задохнемся. Чтобы создать второй верстак, что нам надо? Как его улучшить? Как улучшить верстачок? Можно повысить, создавая улучшение. Что нам нужно? Холощавая туника. Для этого нам нужно 5 и второй верстак. Естественно. Холощавые штаны. Понятно. Факел нам не нужен. Нам нужны... нам нужны стрелы. И стрелы нужны в больших количествах. Сейчас быстренько... пособираем древесину, посоздаем стрелы. Может улучшиться у нас заодно и верстак, чтобы можно было создавать что-то новое. Так. Очень интересно, оно так упало и в воду убежало. Нам нужен лук посерьезнее. Стрелы нужны посерьезнее. Как ты понимаешь, в одного... выживать здесь достаточно тяжело. Ну, то есть более длительно. Да, если бы я был не один, это, конечно, бы было намного быстрее. Но так как я один, тебе приходится лицезреть мои мучения. И, естественно,
за это и ставит мне лайки, за то, что я мучаюсь, а не быстренько экстерна все прохожу. Я в одного тут, чик-чик-чик, пык-мык, рублюсь, мучусь, пытаюсь. Так, опять не то, опять ты сейчас все это увидишь. Это можно съесть, и это можно съесть, и это можно съесть. И надо поднять полностью ХП. Теперь мы с тобой пытаемся создать стрелы. А почему мы не можем создать стрелы? Ты можешь мне объяснить? Почему мы не можем создать с тобой стрелы? Где они вообще? Дубина, все, это деревянный щит, мотыга, факел, я все вижу. А стрелы я не вижу, почему? Не могу создать стрелы. А! Ты ё-моё. Что ж ты будешь делать? Прямо на них стояло это все. Ага, инвентарь заполнен. Понятно. Что нам тут не нужно? Давай то, что нам не нужно, мы тут выкинем. Давай, выбрасывай в сторону дома. Вот так вот. Это пока не нужно. Это тоже пока не нужно. Камень нужно, это все нужно. Лук, копье. Все это нужно. Что это такое? Еловая шишка. Тоже не нужно. Факел нужно. Трофей этот не нужен. Кабанье трофей тоже пока не нужен. Будем надеяться, что это все здесь останется. Так, создаем еще деревянные стрелы. Они нам нужны. Обязательно их создаем. Где они? Вот так, 100 стрел создадим. Все, 100 стрел у нас имеется. Теперь, что нам нужно? Нам нужно создавать и улучшать. И нам нужна шкура. Шкура кабанов или оленей. Вот в чем вопрос. Потому что пока мы не находим ни тех, ни других. Во всяком случае, я их не вижу. Но кто знает, кого мы сейчас встретим по дорожке. Так, олень, куда ты побежал? И кабан. Есть, оленя я положил. Кабан почему-то убежал в другую сторону. Почему-то. Давай смотрим дальше. Кого мы тут с тобой повстречаем? Олень там остановился. Остановился же. Есть. Ну, я примерно уже понял, как надо стрелять, да, и как отсюда можно, сдалека можно попадать. Что у нас по трофеям? По трофеям только 4. Насколько я знаю, нужно их 5. И нужно создать помощнее броню. То нас просто там вынесут. С тобой. Так. Давай быстренько, что подписался на канал, поставил мне лайк и написал комментарий, то я буду очень сильно недоволен. Так, кстати, я метку на карте не поставил, а ведь надо было поставить на карте метку. Да. Ты куда побежал? Бить меня побежал? Меня бить не надо. Ага, сюда или не сюда? Не сюда. Туда, наверное, чуть дальше, на выше, повыше, правее, повыше. Куда? Где я видел это? Где я видел этот жертвенный алтарь? Почему я его не отметил? Ты можешь мне рассказать? Где он был? Ты не помнишь? Мне кажется, он недалеко от лагеря был, кстати. Только в какую сторону и почему я его не отметил? Серьезный вопрос. И сейчас опять придется его искать. Ага. Вроде бы сюда. Вроде бы. Или не сюда. Да что ж ты будешь делать-то, а? Тут? Не тут. А где? Так, тут Никс. Никс нам не нужен.
Да где же этот алтарь, а? Как я его мог пропустить? И самое главное, как я мог его не отметить? Так. Не надо здесь рычать на меня. Тут как раз был олень, и я как раз занимался поиском алтаря. И скорее всего нам с тобой надо сюда наверх подняться. Мне кажется, я сюда поднимался. Или мне так кажется? Да где же этот алтарь? Как я его мог упустить? О, зато тут есть кабаны. Пособираем все, что нам необходимо. Кожа есть. Кожа есть. Это хорошо. Попробуем сейчас создавать вещи. Как я мог упустить и не отметить, где находится алтарь? Ты можешь мне рассказать? Ты бы так сделал? Ты бы, наверное, отметил себе алтарь, где он находится, правильно? Не так, как я. Олень, добрый день. Не отметил, где он находится. Сейчас опять буду искать его полжизни. Опять видео займет 3-4 часа. Малину обязательно берем, это еда. Так. Олень, давай, чтобы мы с тобой не ругались. Чтобы все у меня было зашибись. Я тебя быстренько подстрелю. О, сколько? Все, трофеи есть. Трофеи есть. Осталось мне только сообразить броню поинтереснее. Есть. Минус кабан. И что он? Шкурку мне не принес? Он мне шкурку не принес? Как он мог? Я, значит, на него все надежды возложил, а он взял и не принес мне шкурку. Понимаешь? Ты понимаешь, что он делает со мной? О, вот это уже хорошая вещь. У меня есть холщовые штаны? Это что у меня? Это у меня холщовые штаны как раз. А зачем я их делаю? Что я их делал? А, так. Где это нужен? Молот. Все это у меня есть. Мне это не нужно. Деревянный щит. Нужен мне деревянный? Вот деревянный щит можно создать, кстати. Так, деревянный щит мы создали. Создали, создали. Давай уберем копье. Поставим сюда деревянный щит. Это уже будет хорошо. Все отремонтировали. Как можно улучшить верстак до второго уровня? Что мне нужно делать, чтобы улучшить верстак? О, деревянный щит. О, вот это интересно. Блокироваться деревянным щитом — это интересно. Еще интересно, где искать этот алтарь. Опять. Так. Съедаем. И съедаем. Где алтарь? Олень, веди меня к алтарю. Где вызывается твой альфа? А? Где вызвать альфу вашего? Где же я был тогда? И почему я место не отметил, идиот? Аж прямо зла не хватает на самого себя. Ну, как так можно было быть на месте, где можно вызвать и не отметить это место? Тут? Тут, наконец-то! Наконец-то я его отметил. Но есть вероятность, что я сейчас тут... Так, как отметить? Как отметить? Как отметить? Как отметить место? Ага, вот.
Все, я себе поставил меточку, чтобы не терять. И как мне здесь их положить? А? Нормально я, да? Выбросил. Или так? Давай прочитаем. Как это делать? Ловить его сородичей. Понятно. И скольких мне надо поймать его сородичей? Что поймать сородичей надо, понятно. Сколько поймать их надо, непонятно. Об этом никто не рассказывает. Все, я понял. До меня дошло. Если ты не олень, значит ты должен вести себя как олень. Интересно. Получим сейчас, наверное, полных жапеней. Да, вероятнее всего так и будет. О-хо-хо! Зря я его вызвал, я так думаю. Так, попробуем его в одного высадить. Ага. Да-да-да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Попробуем его таким образом. Да, таким образом я понимаю. Я так понимаю, я быстренько сейчас откисну таким образом. Однозначно, если таким образом быстро откисну. Все, мне жопа полная. Так, что мне остается делать? Вокруг дерева бегать? Да, мне остается только бегать вокруг деревьев. Так, половину мы ему уже сняли. Угу, деревья это так, оказывается, не самое. Все. О, интересно, могу ли я добежать сюда, забрать свой лут и быстренько положить его? Вот в чем вопрос. Как видишь, в одного его очень тяжело убрать. Очень тяжело. Особенно рукожоп, как я. Но мы должны сделать с тобой это в этой серии. Обязательно. Можно ли... Так. Да. Я в курсе, что нам нанесен смертельный удар. Мы бежим с тобой быстренько до алтаря. Забираем наш с тобой лут. Очень надеемся, что он не пропал. Да. И что мы сможем с тобой добить его все-таки. Я имею в виду босса. Что нам не придется опять... Да, Эктюр здесь. Где мои шмотки? Вопрос. Так, Эктюр. Эктюр, давай без этого. Я тебя прошу, пожалуйста, давай без этого.
Ну как ты это будешь делать? Как это делать? Все, мне жопа. Мне надо опять собирать лут полностью самому. И идти сюда уже за лутаном. Сейчас быстренько попробуем создать лук. Опять все это приходится создавать. Я пошел сильно неподготовленный. Сильно я сейчас расстроен. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы убрать его полностью. Так. Сейчас мы отдыхаем. Дверь мы закрываем. И спать, скорее всего, ложимся. И просыпаемся утром, идем, лутаемся, идем, создаем все, что мы можем создать. Нам нужны деревяшки, нужны камни для того, чтобы создать топор. Ой, все как с самого начала. Я сон не читал, я был полностью расстроен. Вроде бы утро наступило. Идем, собираем. Так. Ты нам не нужен. Что у нас тут есть? Пень. Нужен инструмент. Нужен инструмент. Получается, что ветки мы сейчас будем собирать и камни будем собирать. Опять. Все как с самого начала. Но одно радует, что Иктюр... Да, не откатился. То есть его хп не откатилось до начального. Можем спокойно его рубить. Ну, как найдем чем, конечно. Нам еще найти надо похавать что-нибудь. Так, ветку я поднял. Так. Ты. А ну, пошел отсюда. Куда ты пошел? А? Пошел он. Красавец. Так, все это собираем. Кремень, может нам получится создать что-то кремниевое. Так. Каменный топор, нужно 5 дерева и 4 камня. Пойду я в сторону темного леса. Камень подняли, ветка подняли, это подняли, это. О, так можно, оказывается. Будем надеяться, что это нам поможет. Веточки, веточки, где мы? А, веточки сразу падают. Так. Ну иди сюда, родной, что ты хочешь? Подраться со мной хочешь? Так, двоих я точно не вынесу. Пошли в задницу. Уходим от них. То двоих я точно не положу. Сейчас попробуем от них немножко оторваться. Так, кабан. Ты нам не нужен, кабан. Вот так. Только ты без оружия, весь мир против тебя. Понимаешь? Так и в жизни. Только ты показал всем, что ты безоружен, и ты попал конкретно. Будь уверен, что кто-то на тебя нападет. Ах ты красавец, а? Так. Давай попробуем создать. Мотыга. Каменный топор я создать не могу. Я столько камней не набрал. Это я, конечно, молодец. Зато домой быстренько прибежал. О, есть камень. Нет, нет камня. О, есть камень. Все, каменный топор мы создаем. Создаем. И рубим. Дерево, кабанов, все подряд. Нам нужно как можно больше... Еда. Нам еще нужна еда. Это тоже нам очень нужно.
Для костра нам нужны... Хотя, с одной стороны, нужны камни, а с другой стороны, камни вроде бы не нужны. Давай, родной, чё ты? Что ж ты? Бежал такой весь из себя бодрый. И не добежал, а? Кабан. Где кабан? Вот он, кабан. Все. Нам нужно создавать броню. Ты чё, родной? Куда ты полез, а? Ого, как далеко его откинуло. Веточка есть. Так, ну оказывается, рядом с домом было что? И как пособирать? То есть камни, дерево, это все было. Да, в одного тяжеленько, конечно, поиметь Иктюра. Так, это уже хорошо, что нам есть пока что перекусить. Идем искать. Кабанчиков. И нам нужно сделать костерчик. Так, сначала нам нужно сделать топор. Я так понимаю. Молот. Для того, чтобы мы могли сделать костер. Молот есть у нас. Костер. Что нам для костра нужно? 5 камней нам надо. Все, это мы уже поняли. Что для костра нам нужно 5 камней. У нас их пока только 4. И, естественно, нам нужны кабаны. Так, второй кабан куда делся? Ты куда пошел? Так, это все собираем. Это все очень интересно. Также нам нужно будет дерево на лук. Лук нам обязательно нужен. Что у нас по костру? Сейчас надо отъесться быстро. Тут быстренько делаем костер. По костру у нас до сих пор 5 камней нету. Так. У нас до сих пор нету 5 камня для костра. А это очень-очень плохо. В принципе, у нас есть костер в доме. Да, мы можем попробовать им воспользоваться для приготовления пищи. А значит, мы берем... Делаем вот эту штучку. И все. И мы уже... Так, пока для готовки у нас есть только один кусочек. Это тоже хорошо. Нет потери навыков. Слава богу, что нет пока потери навыков. Быстренько сейчас до поздна лутаемся. Ну, я имею в виду до того, как здесь темнеет. Полностью создаем все, что имеем. Создать. И идем опять на Иктюра. Что нам нужно для лука? Лук мы можем создать только здесь, я так понимаю, да? Только в доме. Давай посмотрим. Лук. Деревянный стрел, понятно. Что для лука надо? 8. У меня их 5. Кабаны. Вам нет цены. Сюда. Это сильный кабан. Так, кабаны. Ух ты. 2 одним ударом. Игра как будто знает, что мне нужны кабаны. Что? 8. Как раз. Мне на лук хватает. И только на лук. Но лук нам способствует тем, что мы можем потом рубить еще кого-нибудь. Так, для деревянных стрел нам не хватает дерева. Вот это уже проблемка.
это уже проблемочка, потому что вблизи мы вырубили как можно больше деревьев. Так, погнали, рубить деревья. Нам нужно создавать стрелы. Так, не на меня. Угу. Не на меня, и сам стал под бревно. Молодец, молодец. Самое интересное, что стрельба из лука затрачивает очень много стамины. То есть ты не можешь спокойно стрелять из лука. Тебе приходится постоянно ждать регенерации стамины. И это тоже интересно, как бы было бы, если бы я не был один. Да? И вчерашнее видео мое по скаму тому доказательство, что ты когда один, тяжело тебе приходится, очень тяжело. Так. Все это я вырубаю, потому что мне нужны стрелы. Почему я не могу делать горящие стрелы, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что их можно тут делать. Как их выучить, где их найти и что с ними... Я имею в виду, что для них нужно, я не знаю. Может быть, второй верстак. Может быть, еще что-то. Честно говоря, не знаю. Создаю максимально стрел, сколько у меня получится. А получится у меня все 100 сделать. Вот так. Быстренько. Ага. Не горит костер, потому что идет дождь на улице. Понятно. Теперь мне все понятно. Посмотрим, если здесь еще и появились кабаны. Нам нужно максимально кабанов, чтобы хотя бы какую-то броню себе соорудить. За оленей я уже ничего не говорю. Олени нам не нужны. И нам нужно отъедаться. Чем мы только можем. Кстати, птиц я так и не положил. Хотя очень нужно было их положить. Хоть пару штук. Я думаю, что с них хотя бы мясо падает. Ой, не хочу идти на Эктюра. Не хочу. Если кто-то знал, как я не хочу идти на Эктюра... Именно сейчас, потому что я пустой. А пустой, это значит, сразу же убитый. Но придется идти на Эктюра. Может быть, получится его положить. Может быть. Очень надеюсь, что получится. Единственное... У меня желание, чтобы он не отхилился. И он не отхилился. А где он? Он-то должен бежать в мою сторону. Ой-ой-ой-ой-ой, он отхилился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И это плохо закончится для меня сейчас опять. Нет, мы отсюда уходим. Эктюр нам не подходит в данный момент. Забирай свое красное небо себе, Эктюр. Ты нам не надо. Нам надо сильнее подхилиться. И теперь мы понимаем, что именно в той части леса находится шеф, босс всех оленей. Что нам делать? Как мне с этим быть? Я, честно говоря, не понимаю. Так, что я могу тут сделать? Наверное, я могу сделать топор для того, чтобы сделать... крыши побольше. Так, давай отойдем туда. Почему я выше не могу поднять? Вопрос. Неужели нужно делать лестницу для того, чтобы поднять выше? Так.
Так. Не выполнены условия. А условия у нас это дерево. Все наши условия упираются в дерево. Пока идет дождь, нам нужно быстренько подшаманить дом. Хотя бы немножко. Навести там красоту. Ой-ой. Куда ты покатилась? Буду бегать за тобой. Да, тяжело оказалось. Тяжело оказалось. Но в этой серии мы обязательно должны его положить. Обязательно. То есть у меня уже и выбора-то нету. Я уже вызвал его. У меня и желание есть его положить. Но он отхилился, сволочь такая. Не идти к нему в таком шмоте, как у меня есть, вообще без вариантов. Мне остается только быстренько хилиться, быстренько набирать всевозможные ресы и идти ложить его. Игра, скорее всего, рассчитана на коллектив. Хотя бы из 2-3 человек. Так, все. Топор у меня закончился. Идем ремонтировать топор. Так, попробуем положить птицу. Положили. Интересно, что нам даст птица? Только перо. Только перо и все. Ни мяса, ничего. Ты слышал этот звук? Я-то как раз его слышал. А ты-то его слышал, этот звук? Так, а у меня топора нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сюда иди. Есть. Я же без топора, я забыл, что мне его нужно ремонтировать. Такой наглый еще. Думаю, что он не стреляет по ним. Так, давай попробуем еще птицу положить. Ох, меткий стрелок, да? Я просто не сделал поправку на ветер. Так. А ну-ка, если так. Есть. Попал. Ой-ой, зачем мне перья? Смотри, какая наглая сидит у меня прямо на доме, а? Понятно. Еще понятно. Теперь понятно. Нечего сидеть у меня на доме. Давай посмотрим, что мы можем сделать с перьями. И зачем они нам нужны. Так, что это такое? Угу. Вероятнее всего, та крыша учитывается. Видишь, я сделал крышу. Так, чё сырость 2? Я же возле огня.
Так. Так. Давай попробуем поспать. Вы промокли, я вижу, что я промок. Понимаешь, да? Как это работает? То есть мне нужно крышу делать до конца. Потому что вот этот потолок, он промокает. Иду я доделаю ее все-таки, эту крышу. Потому что дом нормальный надо иметь. Так, теперь мы попробуем сделать таким образом. Вот таким, 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 вот таким. Вот так вот. Ну что ж ты будешь делать, да? Вот так вот. А, не так я хотел. Ну, в принципе, ладно. Будем делать это своим вторым этажом. Как разрушить его? Вот как его разрушить, этот пол? Кто знает? Можешь мне подсказать, как это сделать? Я, честно говоря, даже не знаю, как это сделать. Так, дым вроде уходит наверх. Так. Получается, рублю лестницу, на которой стою. Так, хорошо. Я умираю от угарного дыма. Так, вроде дым уходит весь наверх. Два костра, это тоже много. Давай пока ляжем поспать. Переспим с этой мыслью и вернемся к нашему с тобой долгу. Комфорт 4. Вы хорошо отдохнули. Комфорт 4. Так, давай-ка пойдем на улицу. Нам нужны кабаны. Кабаны для того, чтобы сделать себе броню. Хоть какую-нибудь. Вот он, кабанчик. Кабан, иди сюда. Ты нам надо. Минус один кабан. Кстати, я же там скидывал какие-то реги, да? Они у меня остались. Я смотрю, что что-то у меня осталось. А, нет, это сейчас собранное мной. Так, Никс, иди сюда. Нам нужна твоя нога.
для того, чтобы приготовить, чтобы была альтернатива еде. Я не знаю, как мне положить его, честно. Как мне положить хозяина всех оленей. Что мне для этого сделать надо? Какое оружие? Ну, в принципе, я-то понимаю, что мне нужно как раз горящие стрелы. Но как их сделать, я понятия не имею. Нужно усовершенствовать верстак. А верстак — это тролль. Это тролль. Тролля мы вряд ли подолеем сейчас. Это мы не можем. Это мы тоже не можем. Он тут ходил. Ты его видел? Он такой здоровый, синий. Он точно тут был. Куда он ушел? Так. Берем пока топор в руки. И фармим кабанов. Да, 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 ты шумный. Тут как раз 4 кабана. Они все 4 нам нужны. Ага. Тут их 5 было. Один плавает, ты его просто не видишь. Ух, тут их сильно много. Кабаны вернулись. Быстро. Минус. Это хорошо, что тут много кабанов. Ну, в принципе, я думаю, что игра подстраивается под игрока, да? И помогает ему каким-то образом реализовать себя в этой игре. Тот кабан почему-то плавает. Кабан. А, иди сюда. Да, да, я здесь, здесь, здесь. Давай, выходи, подеремся. Подеремся с тобой, кабан. Что у нас по кабане? 11. Но 11 нам не сильно хватает. Единственное, что мы можем сделать, это что-то одно. Ну, как? Единственное, что мы можем сделать. Мы можем сделать что-то одно. И по звукам здесь ходит тролль. Большой синий тролль. А нам это сейчас совсем не на руку, потому что нам нужно эйктюра положить. Тролля в прошлой игре мы с тобой одолели. Я надеюсь, ты это видел. А если не видел, обязательно перейди и посмотри. Восхитись моими подвигами и возвращайся на это видео. И тут мы обязательно с тобой положим эйктюра еще. Обязательно положим с тобой эйктюра. Ах ты. Ах ты какая, а? Улетела? Давай закроем на всякий случай, чтобы за нами никто сюда не забежал. Ага, можно использовать. Туника. А нет. Можно и то создать. Создаем обязательно. Обязательно создаем. Штаны одеваем. Не знаю, насколько это сильно мне поможет. Верстак до сих пор еще первого уровня у меня. И почему я не могу создать второго, я не понимаю. Апгрейд, лук. Станок уровень 2. Это что? Дубильный станок. Это что? Кремень 10. Древесина 10. Колода для рубки. Кремень у меня 4. Идем искать кремень, значит. Надо ремонтировать свое здание. Иначе потом возвращаться будет некуда. Так. Тут вроде все ровно. Да, тут все ровно. Идем ищем. Так, поставь
Мышь 3. Ох я, олень. Ох, олень. Ну что ты будешь делать с таким оленем, как я? Когда я научусь уже читать нормально? Своевременно. М? Ты мне не подскажешь? Так, кремень. Нам нужен кремень. Кремень, кремень. Не знаю, что-то из этого нам нужно. Аж 10 штук. И 10 древесины. С древесиной проблем точно не будет. А вот с кремнем могут возникнуть. Хотя я смотрю, кремня тут хватает. Так, 9 из 30 и 9. Надо еще один. Вот он. Оно уплывает. Ага. Так. Смотрим, что по дереву у нас. А, опять не туда. Что по дереву? Дерево у нас как раз хватает. Создаем. Создаем колоду тут на улице. Для чего-то же она нужна. Правильно. Так, колода для рубки. Почему я не могу ее поставить? Неужели она должна быть в доме? Так, хорошо, заходим в дом. Ставим колоду для рубки здесь. Или не здесь, или вот здесь. Одну кровать надо убрать. Так. Топор. Эту кровать мы убираем. Она тут не нужна. Это все есть. Теперь это мы ставим здесь. Кожаная ту... Вот мы уже что-то выучили. Кожаный шлем. Вот это уже нам нравится. Как в Варкрафте. А вот так мне нравится. Это тоже интересная вещь. Так, это уже хорошо. Хорошо. Стрела, так. О, стрела с кремниевым наконечником. Вот это уже хорошо. Это отлично. Так, кожаная туника, что для этого на? Шкура оленя. 6 штук. Понятно. Идем рубить оленей. И собирать кремний. И перья. Еще нам нужно будет сделать дубильный станок, кстати. Нет. Дубильный станок, что для него надо? 15 кремний, кожаные обрывки 20, шкура оленя 5. Да. Серьезное дело. Есть. Перья будут. Перья точно будут. Что я собирался? Я собирался рубить оленей. Где я их собирался рубить? Правильно. Никто не знает. А, я собирался кремень собирать. Для того, чтобы стрела летела прямее. Ровнее. Хорошо. Погнали собирать кремний. Нам очень нужен кремний для создания стрел. Что тут? Нет ничего. Я думал, тут есть кремний. Есть кабан. Есть еще один кабан. Но есть и кремний. Так, микс. Давай как-то без этого. Где он? Куда ты собрался? Сюда иди. Ты иди сюда тоже. Смола. Смола нам нужна тоже. Так. Тут я все собрал. Все собрал. Надо собрать. Так, где олень? Где олень? По звуку это был он. Я уже как опытный охотник. По говну определяю, где олень.
где не олень. Кремний есть. Это просто камень. Камень нам сейчас уже не нужен пока. Нам нужен непосредственно кремний. Непосредственно кремний. Есть. Есть. Уже хорошо. Никсы мне нужны для того, чтобы... О, кремний тут есть. Для того, чтобы пожарить их мяско. И иметь что кушать. Потому что с голубикой такие проблемы. А с этим нет. А с мясом никса нет. Нет проблем. С кожей проблемы. И с оленями проблемы. Их нету. Ладно, идем пока в обратную сторону. Будем создавать кремниевые эти. Кремниевые стрелы. Может, по дороге еще найдем кремний. Рыба, рыба, подплывай. Рыба, плыви сюда. Рыба. Так, я так понимаю, так рыбу я точно не поймаю. Зато кремний я найду. Таким образом. Еще кремний. Еще никс. Кстати, древесина тоже нужна. Там еще одно дерево свалилось какое-то. Рука древесины аж до 23 у меня доросла. Да, не хотел я это видео делать таким длинным, но, судя по всему, оно будет длинное. Очень длинное. Так, даже не знаю. Сейчас будем отъедаться. И, наверное, так... Пойдем таким образом валить этого мистера оленя. Сегодня мы его должны положить. С тобой обязательно. Так. А, всего два кремния надо было. Так. Теперь мне не хватает древесины. Отъедаемся, чем имеем отъесться. Посмотрим сейчас, какова тут траектория работы стрелы. Кремниевым наконечником. Так, сейчас мне это приготовится. Пойдем попробуем кого-то выстрелить с кремниевым наконечником. Это у нас имеется. Так, теперь сильно, конечно, это ничего не меняет. Хорошо, идем на этого дядьку и что-то пробуем с ним сделать.
Идем на Эктюра. Пробуем сейчас его положить. Если не получается, ищем тиммейта, потому что в одного, я так понимаю, его не самое легкое положить дело. Ну или снаряжаемся больше этим. Так, Эктюр где-то здесь. А где он? Кто-то его видит? Где он? Ага, вот он. Так, ты на меня не беги. Так, 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 так. Так, уходим, 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 уходим. Так, все, нет, это не дело. Таким образом мы его точно не положим. Так, 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 надо уходить, надо уходить. О-о-о, все, мне полная жопа. Уходим отсюда. Уходим, тут еще и этот тролль. Если мы сейчас не уйдем, полная задница сейчас будет. Уходим, 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 уходим. Уходим. Все, жопа. Тролль меня догнал почти. А это... Так, тролль, пошел в жопу. А, вода! И тролль, и Эктюр. И вообще меня сейчас здесь порешат. Все. Все. Все, все, все. На этом сегодня мы заканчиваем серию. В следующей серии я появлюсь уже полностью собранным инвентарем. Потому что так дела не делаются. Все. Тебя люблю, целую. Обнимаю. Крепко-крепко. Подписывайся на канал, ставь лайки. И будь всегда на связи. Жди следующего видео. Может быть даже сегодня, но очень поздно. Пока.